Всем привет, ребята, у нас будут сегодня очередные тесты, нам же с вами надо добить нашу карту Light 2, называется. Так, давайте не будем тормозить, сразу заходим. На чем мы остановились? На лихаче. Точнее, лихачом мы проехали в тот раз, и следующая тачка у нас будет гоночный грузовичок, как обычно. Детали убираем. Какой-нибудь третий слотик. Вот это прикольный скин. Так, его, наверное, и оставим на корову тут у нас. Это тоже прикольно. Так, ну ладно, давайте зомбяшный хэллоуинский оставим. Йо, третий слотик есть, свободно, все, это все прокачано максимально, есть. Я напоминаю, что мы тестируем с вами без усилителей, но с максимальной прокачкой. Эту карту я создал для тех, кто не в курсе. Для теста. Здесь с деталями, усилителями, конечно, можно. Кто максимально быстрее проедет, но меня интересует... Интереснее. Все-таки проехать без усилителей. С максимальной прокачкой. Какая тачка сможет это сделать, какая нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стремно. Ну ладно, поехали дальше. Так, здесь. Отлично. Вообще в легкую. Ты посмотри, а. Вообще красавчик. Ты посмотри, что он творит. Только что я хотел посмотреть, что ты творишь, а ты что-то... Слушайте, ребят, ему нужен разгон, что ли? Не хочет. Так, это плохо. Да ладно, заехал все-таки. Отлично, и не сгорели, окей. Проехал, это хорошо. Следующая тачка. Формула-1, ребятушки. Чё-то мне кажется, вообще бесполезняк. Бесперспективняк. Так, давай что-нибудь интересное даже поставим. Какой-нибудь скинчик интересный. Вот этот вот. А колеса? Колеса, что там колеса-то? От тележки. Давайте полную сборку. Внешний вид колес здесь вообще никак не влияет на зацеп, поэтому не обращаем внимания на протектор. Ребят, ну на формулу надежд вообще нет. Потому что она низкая, во-первых. Во-вторых, не зацеп похуже должен быть, по идее-то. Где-нибудь на горочку, если с места, то вообще не заедем. Ой, еще и брюхо, видите? Ну, низкая подвеска. Вообще, клиренс вообще минимальный. Это все-таки спорт. По трассе, по чисто... ровной поверхности гонять. Ну все, это ее предел, скорее всего. Но мы все-таки попытаемся что-нибудь сделать. Давай. Да ладно, пытается. Да ладно. Блин. Немножко быстрее просто надо проехать. И, возможно, даже у нас есть шанс там заехать туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут колесо дурацкое. Ну ладно, там просто у нас, в принципе, топливо есть, поэтому ничего страшного. Так, а почему у нас топливо заканчивается очень быстро? Жрущая формула. Так, давай. Ага, отлично. Так, и что? О, давай. Ох, ребятушки, она пытается прям залететь. Давай, черт возьми. Не хочет. Колесо слишком далеко, но, в принципе, шансы есть. Ребят, можно заехать. Прям реально можно заехать. Так. Надо с вами эту штуку спереди, бампер,
снести по-любому. Ладно, она сейчас сама ушатается. Ага. Окей. Ага, так, а здесь как? Спокойно, может, все-таки попробовать? Давай, опа, вообще красавчик, ребятушки. Вот здесь как? Разгон, давай. Вот, эх, блин, что я и предполагал, что на горочку с места у нас не получится. Ё-моё, если попробовать эту горку с разгона как-нибудь преодолеть, может быть, что-то и будет. Так, давай. Блин, не может, ребят, все-таки. Немножко не хватает. Господи, что ж ты будешь делать? Так, нам надо избавиться от этого. Мордочки этой дурацкой. Так, от... Бампера. Это у нас бампер. По-любому бампер. Избавились. Хорошо, теперь не будет мешать. Ну давай, формула. Ты красавчик, мы знаем. Давай. По резине у тебя зацеп должен быть более-менее. Ты посмотри, ё-моё, не хочет. Эх. Давай. Да ёлы-палы. Ёлы-палы. Как так-то? Как? Черт возьми, так. Ну а чего удивляться-то? Удивительного здесь мало. Слушайте, а давайте попробуем мы сейчас. Тогда, если не получится, попробуем мы задний спойлер еще убрать. Ушатать его. Попробуем тоже. С разгончика, давай, на этот раз с разгончика. Ва. Нет. Капец. Не, ребят, не. Разгончик вообще сюда не получилось. О. Так, а задний спойлер нам как ушатать? Вот здесь только так. Так, передние бамперы убрали. Так. Ну чё ты там не падаешь-то? Столько крепкий, что ли? Нет, так-то он гнется. Всё, мы без топлива останемся. Реально без топлива сейчас останемся. Ну да. Блин, так. Ага. Ой, стой. Я сейчас горю. Так, а как нам бампер скинуть? Давайте все-таки попробуем здесь немножко потыкаться, поныкаться и хотя бы передний бампер скинем. Так, ладно, пойдет. Нет? О, да, ребятушки, у нас удача, не сгори, пожалуйста. Удача, но топливо. Получилось скинуть задний бампер, и у нас нет топлива. А, ну блин, давайте тоже у колеса опять. Так. Черт. Так, есть. Проехали. Сейчас здесь максимально нужно как-то быстро. Слушай, ну давайте, наверное, последняя попытка. У нас
формула-то на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, нет, нет. Ну какого лешего? Ну нет, ребятушки, нет. Ладно, все, хорош. Слишком много времени тратим на эту формулу. Если даже она здесь проедет, то она не заедет просто у финиша на эти ящики. Просто не заедет. Какой смысл, да? Если даже докажем, что здесь проедет эту яму, на эту яму заедет, то дальше это все труба. Подождите, там еще до ящиков у нас будут проблемы. Это, в принципе, вы сейчас сами увидите. Кто еще не видел. Так, третий слотик свободный. Окей. Поехали. Но вот эта тачка должна проехать. У нее разогрев колес бешеный. Ой-ой-ой-ой. Полный бак. Полный бак. Вот здесь колеса прогрели. Все, ребята, он гребет. На горочку заезжает. Давай-давай-давай-давай. Ну, здесь моя ошибка. Здесь моя ошибка полностью. Надо было... С разгончик, наверное, заезжать. Моя глупость. Так, надо было вот так вот спокойненько проехать. Здесь. О-о-о-о! Не, ну... Прекрасно выглядело поначалу. Да давай ты уже, ёлы-то-палы! Слушайте, что-то не то. Да раскидал я там покрышки. Зря, конечно, раскидал, но... О-о-о, вообще улетел. Капец. Просто улетела покрышка. Вот такие вот чудеса творит. Ага, вообще в легкую, давай-давай. О, здесь ты тоже можешь, прям давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Нет, с места никак. Я не жму тормоз, черт! Я жму газ, какого лешего ты там висишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это что за прикол? Нет, нет. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Это говорит о чем? О том, что нам нужно будет задрать морду. Там, чтобы там проехать без проблем. Надо будет как-то умудриться. Наверное, съем, будем вылетать. Вылетать, ага, сейчас вылетел там. Надо оттуда просто выехать. Ох ты ж. Конец. Блин, ну не так уж и просто оказывается. На этой тачке. Она, конечно, безумная. Колесо у него там греется. Зацеп появляется. Но все-таки, ребят, она немножко... Свои сложности есть. И все так просто. Отлично. Слушайте, вот здесь надо с вами как-то задрав морду, что ли? А как? Вот так, что ли? Ух ты! Вот это читерство. Так, ну и чё? Рубеж. Ух! Ёлы-палы-палы-ёлы! О, ребят, это... Вот это да! Вот это да! Вот это да! Вот это супер, конечно, чем было. Так, ну чё? Отлично. Слушай, давайте на этом пока остановимся. Так, раз, два, три. Три тачки всего проехали? Ну, пока сойдет, ребят. В следующем выпуске продолжим. У нас тут очень интересный аппарат, Monster Truck. Вот он в легкую с первой попытки все везде проедет. Так что будет очень интересно, ребят. Так что ждите, да, ждите выпуск. Вот это тоже Rock Bouncer интересно. Баунсер интересно выглядит. Ховербайк пролететь может тоже определенные участки. Главное, без топлива не остаться. Лунный модуль отлично себя может показать тоже. Так, ладно, забегаю вперед уже.
Наконец-то у нас уже интересные аппараты пошли, которые должны будут проехать, я думаю, что изумительно. Не все, конечно, мотоцикл вряд ли. Но остальные там достойненьких аппаратов много еще. Так, ребят, ладно, все, подписки, лайки, тележка в описании. Тоже подписывайтесь туда, заходите. Все, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.